Доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о таком виде декора травертин. Основное его использование — это личные марши, возможно, коридоры, какие-то большие помещения. Вот. По сути, травертин — это имитация природного материала с таким же названием. Для того, чтобы сделать этот декор, нам понадобится 4 вещи. Это вилки в грунт. Он используется для грунта глубокого проникновения. Вот. Потом у нас будет идти кварцевый грунт, Штрихвудс, тоже фирма Файдал. Вот. И непосредственно сам материал, антик декор, фракция Макс. Вот. И также где будут стены. Цвет у нас используется E5-30. Ну что ж, с материалом мы разобрались, теперь можно приступать. Первым делом мы выберем стену. Широкая кисть. Давай. Когда акриловая грунтовка высохла, это спустя 3-4 часа, это вот, в принципе, достаточно при комнатной температуре. Вот. Можно приступать к нанесению кварцевой грунтовки. Для удобства мы немножко разбавили с водой и затонировали цвет такой же, как будет наноситься материал. Берем ту же самую кисточку и наносим уже кварцевый грунт. Он создаст адгезию, чтобы было в процессе удобнее наносить мармарин. Лучше бы он держался. После того, как наши стены высохли, это желательно, чтобы прошло часов 6, в нашем случае мы выждали сутки. Вот, можно приступать к нанесению самого декоративного материала. Для этого понадобится палочка и наборной шпатель. Набираем немножко материала. Но немножко проще, потому что за счет первого слоя мы стену немножко подогнали, а вот сразу он будет проще. Чего опять же притираем. Чтобы стены подсохли, можно приступать к нанесению воздуха. Берем широкую кисть и наносим ее. Заметьте, что воском мы затонировали тот же цвет. Наносим плотно, давай. Таким образом у нас верхушка осветляется, а внутри остается большее количество воска, и он изменяет. Приступает, мы получаем вот такой вот эффект.